Всем привет! Это новая подборка чумовых вещей с сайта AliExpress, которые тебя удивят. Если ты подписался на канал и поставил лайк под этим видео, то сможешь поучаствовать в конкурсе. Поехали! Это левитирующие часы, которые станут стильным дополнением к интерьеру и действенным антистрессом. Можно наблюдать вечность за тем, как этот маленький шарик делает круг. Такие часы имеют яркую подсветку и скрытый дисплей. Они состоят из деревянной основы, на которой левитирует металлический шарик, заменяющий привычные стрелки. Он парит благодаря электромагнитному полю. Эффект получается завораживающий. Кроме визуализации текущего времени, шар может вести обратный отчет за один круг на орбите мерить дни и даже месяцы. А по желанию его можно настроить на режим таймера, чтобы отсчитывать короткие промежутки времени. Управление осуществляется через мобильное приложение. Автоматическая палатка для рыбалки. Быстровозводимая палатка с AliExpress с двойной крышей будет полезна на рыбалке и отдыхе. Продуманная конструкция, с которой может совладать абсолютно каждый. Вмещает в себя 3-4 взрослых человека. Верхний слой при необходимости может использоваться в качестве подвесного тента для укрытия от палящего солнца или дождя. Палатка имеет два больших входа. Также эффективная вентиляция внутреннего пространства обеспечит свежим воздухом. Внешний материал полиэстер. Хорошая водонепроницаемая ткань. Кормушки для домашних животных. Продавец предлагает на выбор два вида автоматических поилок для воды и сухого корма. Вместимость емкости для корма составляет примерно 1,5 кг, а для воды 3,8 литра. Верхняя крышка снимается и может быть заполнена в любое время. Откройте верхнюю часть кормушки, чтобы добавить еду, что удобно и быстро. Они защищены от опрокидывания и продаются в разных расцветках. Это устройство для гигиены полости рта, которое способно в разы сократить ваши визиты к стоматологу. Специальная насадка из пищевого пластика имеет очень узкое отверстие, из которого под давлением импульсно поступает жидкость. Насадка надежно крепится к устройству и при желании легко меняется. Основной особенностью данного девайса является наличие встроенного аккумулятора. Автономность у девайса достойная, до 30 дней. На зарядку уходит от 4 до 6 часов через интерфейс microUSB. Ходить во что-то, кроме гранул. Ваш котик отказывается, то этот коврик просто спасение. Запах резины, конечно же, есть, но, к счастью, выветрился за день на балконе. Коврик состоит из трех частей. Две верхние половинки соединены с нижней резиновой основой липучкой. Песок из лотка собирает хорошо. Есть незначительные песчинки, которые все же прорываются наружу, но не в таком количестве, как без коврика. Легкая очистка, насадкой для душа или просто стряхните. Покупкой будете довольны. Посылка идет 2 недели. Наверняка на твоем телефоне есть защитное стекло. Его, в принципе, сейчас каждый клеит. И, конечно же, ты клеишь его сам или делаешь это в магазине. Но порой не всегда получается приклеить правильно. На Алике есть забавный приборчик, который поможет правильно приклеить стекло. Простота в использовании. Нужно всего несколько секунд, чтобы вы могли вставить закаленную пленку идеально на ваш телефон. Это светодиодная подсветка для унитаза. Даже не ожидал, что будет так забавно. Прибор реагирует на движение. И стоит только открыть дверь, встречает разноцветным, не очень ярким, но все же светом. Промахнуться не получится. Горит где-то минуту-полторы. Потом гаснет. Активируется только в темноте, чтобы сэкономить время работы батареи. Подходит для любого туалета, переливается всеми цветами радуги. Наверное, компания LEGO выпустила уже все возможные варианты конструкторов. Но этот гигант игровой индустрии все же смог удивить и создал радиоуправляемый поезд. А он даже может издавать звуки настоящего поезда. Продавец предлагает несколько вариантов такой игрушки. Но самое интересное, что к поезду прилагаются проводники-машинисты и даже пассажиры, которые могут отдохнуть в вагоне-ресторане.
Крышка затвора веб-камеры защищает от шпионажа, а также сохраняет личное пространство и конфиденциальность пользователя. Благодаря компактным размерам может использоваться как на ноутбуках, так и на планшетах и телефонах и других устройствах. Шторка камеры – надежный страж вашей личной или профессиональной деятельности на интернет-просторах. Это зубной отбеливающий порошок. Эффект есть, но не думайте, что после применения улыбка станет ослепительной. После первого применения зубы станут светлее на полтона. Немного смачиваешь щетку, окунаешь в баночку и чистишь пару минут, как обычной пастой. Больше 2 минут не рекомендуется. Использовали порошок 3 недели, эффект хороший. Зубы стали белее еще на тон. Болей и других неприятных ощущений порошок не вызывает. Содержит чистый порошок активированного угля. У товара огромное количество заказов и положительных отзывов. Но чтобы принять участие в конкурсе, вам нужно подписаться на канал и нажать на колокольчик. И оставьте комментарий, какой из товаров вам понравился больше всего для определения победителя через рандомайзер. Подробнее в описании. Большое спасибо за просмотр.